Уважаемые наши читатели, уважаемые наши слушатели, поприветствую вас. Хочу вам сообщить новость, информацию хочу вам сообщить в связи с этим карантином, в связи с этим эпидемием. Международный центр развития человека само, чтобы не рисковать жизнью чьих-то людей, мы приняли решение, что все наши летние проекты, которые проходили в Иссык-Куле, то, что мы планировали в Сочи, и то, что планировали в Узбекистане, все мы принесли на следующий год. То есть, если вы купили билет на наш мастер-класс для детей, или вы купили билет на наш мастер-класс для сетевиков, мастер-класс для владельцев бизнеса, предпринимателей, или наша международная конференция, мы все принесли на следующий год, ваши билеты не загорают, все остается точно так же, как было сказано, и договоренность, как было, все остается, но только следующий год вы будете это использовать. Это форс-мажор, но мы не хотим рисковать жизнью чьих-то людей. За это время мы потеряли часто знакомых. Так сложилось. Вторая волна идет. И в связи с этим, это риск мы не хотим брать. И я очень-очень желаю вам успехов. Будем, возможно, второй вариант тоже рассматриваем, чтобы онлайн провести. Кто захочет онлайн, может участвовать, а кто хочет, могут принести на следующий год. Дорогие мои, мы служим вам, чтобы каждый, кто приходит к нам, приобрел финансовую стабильность, раскрыл свое собственное богатство, реализовал себя. Мы действительно работаем день и ночь для того, чтобы быть полезным в этом мире. Поэтому, дорогие мои, я знаю, что сейчас никому не легко. Желаю вам терпения, желаю вам успехов, здоровья вам, здоровья вашим семьям. Берегите себя, берегите своих детей. Мы за вас. До встречи. Всего доброго.